Деньги очень нужны и очень важны, потому что мне есть во что вкладывать и куда инвестировать, но репутация важнее в этом смысле. Обычно не принято говорить правду, многие расстроятся, оплачивая косметику. Там просто, чтобы вы понимали, по 200-300% прибыль. Просто наше совещание это надо видеть. То есть все в этих патчах, все в продуктах наклеены, значит, орущие, кричащие. Потому что только одержимые люди могут придумывать вещи, о которых вы даже не думаете. Всем привет, это Forbes Capital, я Елена Тафанюк, и сегодня у меня гость, который не нуждается в представлениях – Тина Канделаки. В прошлом году ваш муж опубликовал декларацию, и весь мир узнал, сколько вы заработали – 130 миллионов рублей. Вы с этим вообще вот как? Вам комфортно? А мир давно знает, сколько я зарабатываю. Forbes меня неоднократно публиковал с моими доходами. В 2013 году, если не ошибаюсь, тогда опубликовали, что у меня доход составляет 3,3 миллиона долларов. То есть я, в принципе, давно много зарабатываю. Просто в силу того, что Василий работает в Ростехе, и мои доходы теперь стали частью доходов жонглос-чиновников, они приобрели некую новую искренность. Но я к этому вполне себе нормально отношусь, я ничего не скрываю. И наоборот, я этому даже отчасти, Лен, рада. Я, например, всем людям, которые меня окружают, говорю, мы сейчас живем в эпоху такой цифровой откровенности, что лучше самому все рассказать, а если есть такая возможность, ей воспользоваться, чем что-то скрывать. Можем подробно пройтись по составляющей этой суммы. Вот ловлю вас на слове. The Bell подсчитал, что 90 миллионов из этих денег вы заработали на концертах и выступлениях. Они правильно подсчитали? Да, абсолютно точно. А все остальное, получается, это ваш бизнес? Ну, я состою в нескольких бизнесах как собственник в разном долевом участии. Это ресторан Тинатин, это Энселоджи и это спа-клиника Коперник, которая мне принадлежит 10 лет. Что из них более доходно сейчас? Энселоджи, конечно, с точки зрения дивидендов. То есть, смотря что вас интересует, если чистые дивиденды, то, конечно, Энселоджи. Но, например, по отношению к Копернику, в Энселоджи все, что, в принципе, я буду зарабатывать, на данном этапе было бы здравым вкладывать обратно. Потому что в таком бизнесе, как вы понимаете, расходы на маркетинг и пиар должны только расти, потому что очень агрессивная среда. А Коперник уже состоявшаяся история, мы пока, честно говоря, не знаем, будем ли ее развивать с точки зрения мультиплицирования, потому что там хорошо получилось, и там на тех 150 квадратных метров, которые у меня там есть, чистая прибыль очень высокая. Там правда хорошо. И исходя из того, что мы научились зарабатывать на таком небольшом пространстве такую прибыль относительно других салонов, мы же следим, делаем бенчмарк, то, конечно, мне поступают предложения или расширяться, или продавать франшизу. Но я к этому очень деликатно отношусь, наблюдая за тем, как продают франшизу коллеги, потому что я много езжу по регионам и понимаю, что это как и плюс с точки зрения капитализации, так и дикий минус, потому что если что-то идет не так, то люди сразу вспоминают тебя, а ты на виду. Ну, один салон для масштаба вашей личности, как там? По дивидендам, если бы я могла публично озвучить сумму, вы бы поняли, что для масштаба моей личности это вполне себе приличный рекламный контракт. А он VIP-салон, там очень высокие цены, одни из самых высоких в Москве. Ну и Энселоджи, мы с вами вот за кадром говорили, конечно, для меня, я верила в успех этого предприятия и начала верить все больше и больше с какого-то момента. Но я, конечно, не верила, Лена, что это будет вот так серьезно и так по-взрослому. И, наверное, самые большие свои деньги уже, очевидно, я заработала и заработаю здесь. Но это же компания, я всегда объясняю. Вот, вы, например, часто публикуете списки коллег, кто сколько заработал, корпоративы, праздники, мероприятия, зарплаты, золотые парашюты и так далее. Но все это же очень ситуативно и сиюминутно. Ты выступаешь, ты зарабатываешь. Завтра ты подвернул ногу, ты не выступаешь, ты не зарабатываешь. Нужен рентный доход. Конечно. А компания – это навсегда. Капитализация компании – это навсегда. Доля в такой компании – это навсегда. Дальше ты просто определяешь, кому продаешь, перепродаешь или завещаешь.
Но Эстел Лаудер, я не знаю, знаете вы ее историю или нет, все начиналось с истории одной веселой женщины, которая ходила по салонам и всем предлагала свою косметику. А закончилась великой империей, которой принадлежит масса сегодняшних современных брендов, и которая агрессивно скупает появляющиеся бренды. Вы туда метите? Да. Как на всех стратсессиях, конечно, Эстел Лаудер для меня была одной из ролевых моделей. Безусловно, потому что, ну, например, тот же Коперник, я уже эту долю завещала своей дочери, и понятно, что, конечно, мой бизнес, так как он отчасти и family бизнес, мы там с Линдой Петровной Гусевой, которая со мной с 3 лет, понятно, что мы будем оставлять свои доли детям. Вы за кадром говорили, что вы меряете кварталами, но все-таки есть какая-то стратегия или цель? Вот вы должны стоить столько-то в таком-то году. Конечно, но на разрезе, там, условно говоря, я про это много раз говорила, 3-5 лет, конечно, мне хочется довести стоимость компании до 1 миллиарда в рублях. То есть я и не схожу с ума и не говорю, что, условно, как я вам опять за кадром говорила, что Шарлотта Тильбери оценили уже в 1 миллиард долларов. Я как-то так, ну, не свойственно мне, конечно, делать консервативные прогнозы, но бизнес научил. Лучше сделать консервативный, в том числе, прогноз для того, чтобы понимать, ниже какой планки падать нельзя. Ну, то есть, если за 3-5 лет, ну, 5 это даже я очень много беру, я не дойду до 1 миллиарда в рублях, но это смешно. Я дойду, но просто еще раз повторю, Елена, вот я сейчас с маской столкнулась с тем, что мне многие мои товарищи говорили, у кого производство, например, вынесено в Китай. С тем, что очень сложно в России делать люксовый продукт, и у нас нет таких производств пока в России, кроме одного в Чехове. Вот я туда съездила, выкладывала видео, очень интересный такой бизнесмен, который занимался фармацевтикой, в том числе и в Швейцарии, армянин, он, соответственно, купил предприятие в Чехове, и там, конечно, уже такое высокотехнологичное производство косметической продукции. А вы не хотите производить в Китае? Вот я вам сейчас скажу, понимаете, в чем дело? Это все две модели развития. То, что я видела в Чехове, в принципе, если мы с ним сумеем договориться, то для меня это прекрасный шанс все-таки делать национальный продукт полного цикла. Если мы с ним не договоримся, вот уже все, понятно, мы уже круг дали, в принципе, по всей стране. Там мы со Сколково сотрудничаем, там мы, ну, как бы более-менее все понимаем. Главная проблема, как обычно, с любым российским продуктом. То есть мы можем собрать телефон, мы можем собрать самолет, мы все можем собрать, но дальше мы не можем его довести до конца и до ума. Возвращаясь к миллиарду. Если в первом квартале выручка у вас была 29 миллионов рублей, сколько вы ожидаете по итогам года? Вот я не знаю, потому что очень сильно зависит от маски. Мы когда маску выпустили, 29 миллионов-то откуда получилось? Это же из Апачи. Я эту историю много раз рассказывала и объясняла. То есть мы ее вначале сделали, так как у нас был салон, то мы через Интершарм, естественно, общаемся с большим количеством людей, задействованных в этой индустрии. И на Интершарме мы познакомились с Валентиной Ивановной. Ну, мы знали, что вот есть технолог, который может делать косметику российскую там, и так далее и тому подобное. Я просто, так как, ну, это не моя информация, можно как-нибудь вам поговорить с Валентиной Ивановной, она расскажет, к какому количеству российских брендов она имеет отношение. Вообще, я считаю, что в российской косметике нет бренда, который не имеет отношения, Валентина Ивановна. Вот, она профессор, доктор биологических наук, ну, то есть это очень интересный человек. Бабушка вообще российской косметической, да, промышленности. Да, она очень хорошо выглядит, она молодая не женщина, ей только исполнилось 70 лет, поэтому Валентина Ивановна, вы красавица. Бабушка, это не про возраст, это, да, про это заслуги. Патриарх, скажем так. Когда в клинике уже пошли чувствительные дивиденды, я всегда говорила: Линда, мне не нужны эти деньги, давай будем их вкладывать в разработки, что интересного появляется. В клинике вы имеете в Коперник? В Коперники, да. Если вот вы обращали внимание, например, там, или обратите внимание, у меня в сторис, например, в моем инстаграме, сейчас привезли графеновую маску. Я первая в России, кто ее купил. Я слежу за всем. И все покупаю, и практически уже во всех компаниях, когда от меня звонят, люди говорят: а это Тина наверняка, но она любит все первое покупать и тестировать. Это был вопрос со смывкой, что-то мы как-то разговорились, что-то мне не нравилось. И я Линде говорю: слушай, давай Валентине Ивановне закажем. Ну что, я сложно, у нее завод, пусть делает. И вот так реально я заказала на первые 100 тысяч смывку, просто смывку от косметики для лица. Там, где была смывка, был тоник. Это потом быстро так все завязалось и выросло в линию. Она мне просто в один день сказал: Тин, на 100 тысяч рублей я очень рада, что ты все время заказываешь, ну хоть на 1 миллион заказывай, ну просто неприлично. И мы заказывали и просто вставили в салоне. Мы не планировали особо расширяться, мы не понимали еще, что это может оказаться бизнесом. То есть мы делали, у меня в салоне стоит все, от эстедерма, там, не знаю, до Йонки. И вот вместе со всем этим еще стояла вот моя косметика.
Ну, стояла и стояла. А потом я летела Аэрофлотом, и, как обычно, покупаю все в дьюти-фри, я купила патчи. Патчи – одной известной фирмы, которая рекламируется в Аэрофлоте. Но это какие-то были клеенки. Я прилетела, эти клеенки сняла, и говорю, слушайте, какая-то интересная тема, какая-то клеенка, можно круто сделать. На что Валентина Ивановна выдохнула, мне говорит, у меня есть один рецепт, прям как в сказке. Это фантастическая вещь, такого нет в мире. У меня тут же, вы понимаете, начинается, такого нет в мире, мне же нельзя такое говорить. Такого нет в мире, но вряд ли ты захочешь это делать. Это очень дорогая штука, очень тяжелая, и самое главное, она handmade. Я говорю, Валентина Ивановна, я уже хочу, что надо делать? И, в общем, мы стали пробовать это делать. Там просто история в чем? Вообще все патчи, если вы пользуетесь патчами, они же все, вы видите, да, там заводская форма, то есть они идут, вот эти вот огромные рулоны, и просто автоматически вырезается форма. А у меня, я потом вам покажу, это такой конус, в котором гидрогель, и сидит человек обычный, который вот так вот подкладывает формочку, и потом как блинчик ее выпекает. Потом мы ее кладем на стол, и сверху, это было мое пожелание, этого нигде нет в мире тоже, еще гиалуронка заливается. Сколько себестоимость этого производства? 20% я зарабатываю. Вот давайте я скажу вам так. 380, понятно. Да. Вообще в этом бизнесе, сейчас многим, может быть, будет неприятно, обычно не принято говорить правду, многие расстроятся, оплачивая косметику. Там просто, чтобы вы понимали, по 200-300% прибыль. То есть, на самом деле, это очень высокомаржинальный бизнес, космически высокомаржинальный бизнес. Вы хотите бизнес. Сказать, что вы взяли дорогую технологию, да. которую вам говорили, что вы не будете использовать, что это очень дорого, да. запустили это и продаете да. дешевые патчи. Да. Это правда так. Да, да. Я могу это все показать. Я могу вас на завод свозить. Вы обалдеете. Маски, когда увидите, вам вообще страшно станет. Завод пришлось настроить на 2 смены безостановочно, чтобы работали просто даже не отдыхая. Потому что никто не ожидал такой спрос. И для нас сейчас это очень важный пункт в стратегии. Что мы делаем, как мы мультиплицируемся. То есть если мы производим, условно говоря, 1 000 000 продуктов в месяц, то есть как, какими усилиями. И нам надо из тех машин, которые существуют для этого процесса, нам надо вложиться в модернизацию этих машин. То есть условно, если совсем так это понятно объяснять, конус он вот такой, и насадка одна. А по логике, чтобы мультиплицировать процесс, можно заказать там, можно и в Германии, и в Китае, чтобы было 5 насадок, или чтобы было 10 насадок. Так понимаете, и 10 человек сидело и одновременно делало вот все эти это штуки. Звучит так, что с вашим ростом у вас себестоимость будет расти. Себестоимость не растет. Там даже можно автоматизировать, потому что вы же понимаете, как с пиццей. Пиццу автоматизировали, патчи нельзя автоматизировать. То есть что такое пицца? Все же то же самое. А потом взяли вдруг в Англии, например, я видела блестящий ролик, вообще люди убрали из процесса, просто робот вот это все вот так вот делает. Это просто вопрос, еще раз повторюсь, того, делаем ли это мы сами, находим ли мы каких-то партнеров, размываемся ли мы или не размываемся. Ну, то есть здесь очень много вопросов, которые я в той или иной степени, на которые я на 30% получу ответы к концу года. А кто будет такое решение принимать? Вот ваш первый инвестор, ваш, по-моему, это приятель Саша, вашего супруга. Да, это однокурсник моего мужа. Он участвует как-то? Он, я и Линда, операционные. У нас 4 человека, которые принимают операционные решения. Это Саша Кабаков, это Линда, это я. Мы раз в неделю собираемся, то есть у нас такое СД как совещание. И Александра Цветкова, это генеральный директор компании. То есть Саша, которая заработала с Александром в Мейле, она вот приняла такое решение и перешла в частный бизнес, в частности, к нам. Поэтому, да, мы очень много операционкой занимаемся все вместе. А по-другому не бывает. Когда стартап, всегда как бы, если нет вот этой одержимости, то ничего не получится. Если мы все так не будем влюблены, ну, просто наше совещание это надо видеть. То есть все в этих патчах, все в продуктах наклеенные, значит, орущие, кричащие. Ну, например, тоже вот мы сейчас разрабатываем еще один продукт, я пока про него даже не хочу говорить. Но мы все это говорим там полгода, у всех женщин проблемы, правда же, вот с этой частью. И мы с вами прекрасно понимаем, что если это не коррекция, связанная с прикусом, то кто бы вам какие сказки не рассказывал, здесь можно заколоть все. Вот здесь кали не кали. Это просто профилактика для качества кожи, но оно когда виснет, оно виснет. И есть тоже одна идея, как с этим справиться, Валентина Ивановна. Сейчас вот будем пытаться первое создать, второе протестировать на себе своих и теперь уже на большом количестве волонтеров, потому что очень много людей, куда бы я ни приезжала, они ко мне подходят, говорят, в любом качестве, бесплатно берите, хотим тестировать, давать обратную связь, участвовать, клеить на себя маски, снимать ролики, получать какие-то призы небольшие и так далее. А дальше, когда все получится, начать просчитывать экономику, потому что я для себя решила, если я остаюсь в России, и если я хочу делать российский бренд, больше 20% маржи быть не может. Ну, потому что люди просто не выдержат.
29 миллионов рублей, это я все свое. Из-за патчи, конечно. И когда мы выпустили первую партию патчи, мы обалдели. Вы если на сайт зайдете, вы не понимаете, какие люди в какой-то момент стали звонить со словами «патчи-то продай». То есть мы стали печатать их, мы печатали, 5 тысяч. Хопа, их нету. 10 тысяч, хопа, их нету. И они стали локомотивом. А, я поняла, что вы хотите понять. Значит, как мне объяснила Валентина Ивановна, и до меня были приличные российские бренды, но все они ломались на том, что не было денег на маркетинг и на пиар. Нет, я понимаю, что вы хорошо заработали на патчах, что это успешный звездный продукт. Я другое хочу спросить. Вот вы сейчас запускаете маску. У вас план по выручке какой на год? Еще раз говорю, не знаю. Нету? Нет, его конечно. Нету. То нет. У меня есть очень четкий план по выручке, безусловно, не шедший в отрыве от того, что произошло. То есть я знаю, к какой выручке я хочу прийти. Более того, у меня четко для менеджмента обозначена сумма дивидендов, потому что, условно говоря, их третья зарплата зависит от того, чтобы они держали мои дивиденды. Но так как мы следим за многими российскими компаниями и понимаем, что у нас всегда это волатильно, и ваш вопрос абсолютно справедливый, потому что все рассказывают о том, что есть перья, есть пух, а в итоге денег-то и нет живых, то нет, о чем вы говорите? Я держу сторону, условно говоря, плюс-минус 200 миллионов с очень хорошими дивидендами, которые зафиксированы. И мы даже еще, в принципе, при каких-то, вы понимаете, интересных новых вводных, мы, в принципе, можем сократить сумму дивидендов, вкладывая их в развитие. Вот мы еще даже... Дивиденды зафиксированы в рублях или в процентах? В рублях, конечно. Да, в рублях там четко все, чтобы все понимали. У нас пока еще не такая высокотехнологичная компания, чтобы фиксироваться в процентах или в чем-то еще. Там конкретно в сумме денег. Вот у меня должны быть дивиденды, которые там, если я чисто взяла бы эти дивиденды и в следующем году была бы декларация обновленная, то с учетом, например, уже этих дивидендов, она была бы процентов там на 10-15 больше. Но я, скорее всего, их вложу обратно. Я уже это вижу. Но вам все равно придется их показать в декларации. Да, конечно, я и не скрываю. Если мы план выполним по выручке, то, конечно, я их с удовольствием покажу. Так сколько дивидендов? Все равно показывать. Дивиденды не буду показывать. Зачем? Не будете показывать? Потом нет. А как вам в декларации? Я, конечно же, в декларации их озвучу, но зачем бежать? Впереди паровоз. Еще даже второй квартал не окончен. Плюс еще, конечно, у меня же там партнеры. Дальше вы спросите, а какая у Кабакова, а какая у Гусевой? Это меня не очень интересно. Я расскажу, не переживайте. Я свои деньги не скрываю. Но я говорю, конечно, в этом смысле мне дико повезло, то, что «Локомотив» сумел вытянуть всю компанию и сделать ее непотопляемой. Мы с вами все-таки поняли, что план по выручке плюс-минус 200 миллионов. Да, конечно, плюс-минус 200 миллионов. И 20% маржа, то есть вы получите прибыль примерно 44 миллиона. 4, да? Но 40. Вы же знаете, какое у меня долевое участие в компании. Нет, я про прибыль сейчас, не про вашу, про прибыль компании. Ну и учитывайте дальше, что я мажоритарный акционер. А ваши блоги в соцсетях вам доход приносят? Нет, я не продаю рекламу. Вы знаете, скажем так, не потому, что я к этому негативно отношусь, я к этому очень позитивно отношусь. Более того, я сама наблюдаю за теми и часто очень заказываю справки по поводу очень многих селебрити, рассматривая в потенциале их как амбассадоров нашей косметики. Пока нам везет, и очень многие люди с удовольствием рекламируют бесплатно. Но понятно, что чем громче будет звучать бренд Selgeon, тем больше селебрити будут хотеть за это денег. И я в этом смысле больше смотрю не на количество подписчиков, а на конверсию. Что касаемо меня, для меня просто принципиально, Лен, что это за бренд? То есть, что это за бренд, чего они от меня хотят, как это будет выглядеть. То есть деньги не первичны. Деньги очень нужны и очень важны, потому что мне есть во что вкладывать и куда инвестировать, но репутация важнее в этом смысле. И я не хочу точно людей обманывать, потому что потом это может, знаете как, есть короткие деньги, длинные. Когда бизнесом занимаешься, это хорошо понимаешь. То есть я могу на моменте заработать, а, собственно говоря, уже на длинной дистанции потерять. Ну, например, я начну рекламировать что-то, что я не пью, не ем. Все знают, что я ем, пью, занимаюсь спортом, и очень этому отношусь внимательно. Если вдруг я начну рекламировать алкоголь, или если я вдруг начну рекламировать какие-нибудь соки, которые я на самом деле не пью, это же неправда все. То есть люди же это тоже понимают. Поэтому, слава богу, как-то держалась все эти годы и надеюсь продержаться и дальше. Я люблю, например, я не рекламирую, у меня нет никакого контракта, но когда я там дома снимаю какие-то ролики, я люблю Борг. Мне вообще Борг нравится не только как техника. Я Максима очень хорошо знаю, Бирюлина, владельца этой компании. И для меня они тоже некая такая ролевая модель в бизнесе, потому что они тоже сумели построить люксовый бренд. У них производство в Китае, но тем не менее это такой люксовый бренд, про который многие россияне до сих пор думают, что Борг – это немецкая техника.
Это же круто, правда же? И это же наш бренд. Поэтому я давно Максима знаю, лет 10, и так даже время от времени у меня есть люди, у которых я консультируюсь, советуюсь, смотрю, как бы, да, там, как они строят свои сети. И вот, например, у него консультируюсь, там, ну, понятно, Рубен Варданян, я его очень люблю и тоже во многих вопросах с ним советуюсь. Он помогал вам? Вы знаете, очень часто. Я вот, когда у меня какие-то ключевые моменты бывают, у меня есть несколько людей, к которым я хожу, если они не будут в обиде, что я это публично озвучила, но это достойнейшие люди. И я хочу сказать, что в нашей стране есть кому сходить и посоветоваться. В бизнесе, конечно, я всегда у Рубена спрашиваю совет, если есть такая возможность, если он в России. Я советуюсь с Натальей Зосимовой, это бывшая глава McKinsey по Восточной Европе. Ну, то есть у меня есть порядок людей, включая еще и собственных членов семьи и партнеров. Но я очень в этом смысле стараюсь учиться у тех людей, у кого получилось быть в бизнесе гораздо более успешными, чем мне, и гораздо раньше, чем у меня. Ведь возможность спросить совета по бизнесу Рубена Варданяна, это дорогого стоит. Ну да, ну мы давно знакомы, и знаете как, я это в очень многих бизнесменах замечала, если они видят в тебе одержимость, то они ее очень ценят, потому что они сами были когда-то суперодержимыми или остаются одержимыми, потому что только одержимые люди могут придумывать вещи, о которых вы даже не думаете. Вот как-то так. У вот людей, которые занимаются банками и сидят в банках, у них есть примерно такое представление о российском бизнесе, что каждый из этих бизнесов стоит на какой-то вот, на какой-то, не то чтобы изюминке, а на какой-то особенности, которая ему позволяет быть успешным. В России? В России. Или в мире? В России. Нет, это в России. В мире может быть по-другому. А вот в России, вот, я не считаю, что очень важно найти вот эту ключевую деталь. Что есть, как бы, в чем секрет? Да. Вот у вас. Я вам скажу, вы знаете, я понимаю тоже подоплеку этого вопроса. Вася мне настолько никогда не помогал, если, например, про мужа, да, вот говорят, вот у Тины. Не знаю, может, еще кто-то вам помогал. Вообще никто не помогал. Мы вчера с ним так поговорили, я говорю, ты знаешь, у меня такое ощущение, что я единственная жена из всех, ну, жен госчиновников, которая точно может сказать, что у нас даже совместного имущества нет. Вот реально, я не шучу. Мы как-то так построили жизнь, и он мне очень хорошие слова сказал. Он мне сказал, что он гордится тем, что он не сделал меня слабее за эти 10 лет, а сделал только сильнее. Все, что я приобрела, приобретено мной, приобретено в кредит. Я об этом публично рассказываю. Он к этому не имеет никакого отношения. Сразу все записано на моих детей. Это мои дети. И у него никогда, кстати, не было желания приобретать со мной совместное имущество. Так как он гораздо младше меня, он из породы тех мужчин, которые считают, что владеть ничем не надо, их поколение абсолютно по-другому смотрит на вещи. Надо иметь возможность, условно говоря, позволить себе достойное жилье в кредит, не в кредит, прошу прощения, а ну, съемное. Надо позволить себе питаться нормальными продуктами питания, чтобы следить за своим здоровьем и переносить те нагрузки, которые они переносят, и летать бизнес-классом. У него никаких других амбиций реально нет, и у него ничего нет. Ну, у вас есть другие влиятельные друзья. Рамзан Ахматович, не знаю, Рубен Варданян, может, кто-то вам. Безусловно. Из них помогал. Но тут я тоже могу вам объяснить одну очень простую вещь. Я с друзьями в бизнес вступала, вступаю и знаю, что такое вступить с друзьями в бизнес. Если ты хочешь потерять друзей, вступи с ними в бизнес. Потому что прежде чем ты в него вступишь, я даже с Линдой это проходила, тебе такой надо будет путь пройти, чтобы объяснить роли в этом бизнесе, потому что вы за пределами бизнеса друзья, а в бизнесе вы не друзья, в бизнесе вы партнеры, это вообще другая роль. Вы все-таки больше сейчас где времени проводите, на Матч ТВ или уже занимаетесь бизнесом? У меня день так распределен, то есть я с утра просыпаюсь, тренируюсь, Матч ТВ, после Матч ТВ, соответственно, Энселоджи, ну, Энселоджи и Коперник, они в одном здании находятся, и вечером в основном я уже как бы остаюсь там. Ну, то есть 50 на 50 где-то так. Mm-hmm. Еще у меня команда сидит в другом офисе, команда, которая занимается всеми моими соцсетями, которую я развиваю, как такое микроагентство, занимающееся производством контента под меня. Сколько человек делает ваши соцсети? Вы имеете в виду руками прямо? Да. Руками прямо раз, два, три, сейчас я посчитаю, райтер еще, значит, сейчас, четыре. Четыре человека? Четыре человека, да. Ну, корректор пять. Пять. Во сколько вам обходится содержание этого офиса? У меня очень большой офис. Достаточно большой фот. Я, скажем так, я не хотела бы эту сумму озвучивать, я объясню, откуда я ее беру. Я из своих выступлений, я 50, ну то, что вот все же знают, 50 тысяч евро. Я 50 тысяч евро делю сразу же
на 50%. 50% – это тот доход, который я забираю себе, а 50% – это доход, который я вкладываю. Реинвестирую в себя и в то, что я делаю, и то, что я хочу делать. У меня там в девелопменте фильмы, например. За девелопмент надо давать деньги, это мои личные деньги. То есть я вот с этих заработков инвестирую в себя и в то, что я хочу делать, например, то, на что нужны непосредственно деньги и деньги, которые должна давать я. Объясню, почему я пошла по этому пути. Понятно, что я спокойно могу сама писать, выкладывать и сама кому хочешь соцсети могу вести. Времени нет. Нет, даже не так, Лен. Я объясню. Я этот процесс структурировала. Вот, например, я каждый понедельник получаю верстку всего, что у меня будет во всех соцсетях на основе того, что я как бы предложила. То есть как верстка программы, ничего нового. Дальше, соответственно, эту верстку мы наполняем фотографиями и текстами. Тексты все мои, безусловно. Если у меня есть время... Вы тексты сами пишете? Смотрите, как я делаю. Я их, например, наговариваю, и мне зачем мне корректор и райтер? Райтер мне их расшифровывает. Райтер расшифровал, мне прислали болванку. Я эту болванку поправила, мы ее отправили корректору. Я знаю, что есть двоякое такое отношение. Например, известные люди сегодня пишут, ну, это же на, ну, как бы нативный контент, они пишут с ошибками, торопясь, там, путая знаки препинания. Это считается нормально. Я никого не критикую, но я считаю, что я достаточно зарабатываю, чтобы позволить себе иметь корректор, потому что я все равно в определенной роли я СМИ. И люди меня читают. И я точно не хочу быть тем человеком, который показывает людям, что небрежность в грамматике, небрежность в написании текстов является нормой поведения для известного человека. Я считаю, что нет. Вы недавно сказали, что на Матч ТВ теперь вы занимаетесь визионерством. Да. Что это значит? Я многие вещи... Это значит, что вы не занимаетесь ничем? Нет, ну почему? Я, например, сейчас вот только что прилетела из Екатеринбурга, я вела чемпионат мира по боксу открытие, и сейчас улетаю в субботу, тоже буду вести закрытие. Я занимаюсь околоспортивным контентом, но не руками, а с точки зрения обсуждения того, какие вещи запускаются, какие вещи в эфире с Наташей Билан. Мы как сидели вместе друг напротив друга, так и сидим каждый день. Такого ничего глобального не изменилось. Канал вышел на свою траекторию, связанную с тем, что мы, как вы видите, поделили контент, и есть теперь контент платный, который необходимо развивать и в который необходимо вкладываться, и контент бесплатный. Все, что касается околоспортивного контента, вы понимаете, это прямая зона заработка, потому что там нет стоимости прав, ну только если какие-то хайлайты мы амортизируем там, или небольшие деньги заплатили. И здесь уже вот такого вот, как вам сказать, операционного управления от меня точно не надо. Реально не надо. А у вас есть план, как бороться с Яндексом и Рамблером, которые уже купили права на НХЛ, на вот это все? Ну, это же удар прямой, по вашему. Надо посмотреть. По экономике нет. Нет. Точно нет. Мы не планировали участвовать в этой конкуренции. Надо посмотреть, чем все это закончится. Потому что для Яндекса, я же про это написала, это абсолютно имиджевая покупка. Вы же это понимаете. Ну, стоимость прав на НХЛ никогда не отобьется на российском телевидении. Вы знаете, мне тоже так глубоко казалось, как жене болельщика, когда я приходила на Матч ТВ, что условно все запоем готовы смотреть, например, английскую премьер-лигу. Не все и не запоем, а отдельно взятые матчи. Да, а пакет огромный, и как его экономически оправдать – большой вопрос. Поэтому я, например, как раз очень рада экспериментам коллег из Сока, из Яндекса, которые, так как они тоже как бы будут отвечать на эти вопросы, четко нам ответят через там, тот же год, насколько эта покупка была оправдана. Наоборот, это хорошо. И не забывайте, что в этом смысле, наверное, даже для Матч ТВ хорошо, потому что Матч ТВ все больше и больше, как вы понимаете, будет показывать российский спорт, что тоже немаловажно, потому что нам надо научиться смотреть свой спорт. Я всегда рассказываю удивительный случай, как я была на матче Фиорентины, домашний матч Фиорентины из итальянского чемпионата. И это какой-то двор реально, в котором очень приличный стадион, там человек на 20 тысяч, где, ладно, с семьями люди пришли, с детьми, женщины сидят отдельно, женщины компаниями пришли болеть на футбол и болеют. И это не какой-то Милан-Ром дерби, понимаете? Это вам Фиорентина. И вот, в принципе, в этом смысле, если мы также активно начнем посещать стадионы, мы также начнем смотреть наш внутренний спорт и наши внутренние чемпионаты, но на нем зарабатывать будет гораздо легче и проще, потому что стоимость прав просто будет другая. Хотя, еще раз скажу, для Матч ТВ, конечно, самые жирные годы – это когда большие международные мировые события с участием наших национальных сборных становятся просто локомотивом смотрения и, конечно, локомотивом заработка в том числе тоже. Потому что ни Олимпиада, ни Евро, ни чемпионат мира по футболу эти годы не сравнятся ни с чем. Потому что в этот момент вся страна смотрит телевизор. Это по-прежнему самое главное противостояние. Ничего не изменилось с советских времен. Мы всегда смотрим и ждем победы от наших спортсменов. Про убытки Матч ТВ, слухи про ваш уход, вот известная регулярная история.
Связано ли то, что вы стали заниматься визионерством, вот со всеми этими историями? Нет, вы знаете, просто ты в любом цикле, когда начинаешь работать с операционки, ты все равно переходишь в какой-то момент в стадию... Не то, чтобы вас отодвинули? Нет. А чего? Ну, то есть канал выстроен... От оперативного управления. Я никогда не отвечала, например, за те же финансы. Я много раз отвечала на этот вопрос. То есть если под оперативным управлением подразумевать принятие финансовых решений, так я их никогда и не принимала. В этом смысле я думаю, что я ничего нового не говорю. Нет, все-таки в медиа оперативное управление подразумевает принятие контентных решений. Вы знаете... И от этого тоже часто зависит финансовый результат. Нет? Я хочу вам сказать, что так как мы с Наташей работаем в одной связке и сидим в одном кабинете, что вообще, скажем так, нонсенс, наверное, для многих телевизионных руководителей уже не первый год и, наверное, уже не первую телевизионную жизнь, у нас с ней в этом смысле абсолютное взаимопонимание и комфорт. Нет там такого, чтобы, условно говоря, какие-то решения принимаются с Наташей, а я категорически с ними не согласна. Хорошо, какие решения вы вместе принимали для того... Ну, или вы принимали для того, чтобы все-таки Матч ТВ вывести в прибыль. По итогам 2017 года все-таки канал стал прибыльным. Ну, еще это сокращение штатов или что? Да, сокращение штатов было же в самом начале. Дальше это все время какие-то слухи и, скажем так, больше телеграм-волны, нежели некая такая реальность и действительность. Сокращение было в самом начале, когда объединяли два больших канала. Дальше есть регулярные плановые, даже не сокращение, вы знаете, а правильное движение творческих кадров в разные, слава богу, теперь организации. И здесь, как вам сказать, то, что Матч ТВ вышел в прибыль, было очевидно, потому что были жирные годы, вы не забывайте. То есть мы начали, мы, ну, скажем так, только запряглись, и дальше пошли первое событие, которое дало возможность развернуться, это было Евро, а потом уже пошла Олимпиада, и чемпионат мира по футболу, конечно, дал возможность практически всем, кто занимается спортом в России, заработать. Ну, потому что это было феноменальное событие с точки зрения контента и спонсорского интереса. Поэтому... Получается, что это разовая какая-то история. Я же вам сказала, жирные годы, она не так, Лен, мы к этому относимся следующим образом. То есть в зависимости от того, насколько спортивный год, насколько много больших международных соревнований, конечно, зависит в том числе и выручка, безусловно. Потому что рекламодатель приходит на большие события. Это так, и от этого никуда не деться. Но дальше, так как мы научились зарабатывать на околоспортивном контенте, вы не забывайте, что только-только-только начали расти бренды. И с появлением вот этих как бы брендов, укреплением этих брендов, укреплением той же студии Матч ТВ, которая продана-перепродана, у нас абсолютно четко появилась эта подушка безопасности, которая будет защищать канал в те периоды, когда нет громких и больших событий. Но Матч ТВ уже вовсю готовится к Евро и к Токио. Вовсю. Последнее про сериалы. Расскажите про сериал про порно-актеров. Собственно, меня больше всего интересуют деньги. Какой бюджет, кто финансирует? Мне здесь приятно, что я отчасти была первой, кто заговорил о малобюджетных сериалах, потому что теперь уже малобюджетное сериальное производство пустились все. Я тогда пришла к Блаватнику и сказала, что за 400-500 тысяч рублей можно и нужно снимать пилоты. И в целом пилот где-то сел под миллион. И мы сняли полноценный такой пилот на 12-15 минут. Когда мы его сняли и посмотрели, вообще все, кто его посмотрел, все были дико удивлены, потому что очень хорошее качество. Но это благодаря моему партнеру Давиду Качарову, который Гус-Гус Медиа. Мы с Давидом, я Давида долго уговаривала, он говорит, ну слушай, ну это совсем, никто этого не делает. Я говорю, это надо начать делать, надо начать снимать быстрый, остросюжетный контент, недорогой. Принципиально. Короче, сняли мы это за 1 000 000 рублей, но так как это про порно, и Аглая безумно хороша в роли главного персонажа, то я вам честно скажу, мне по-женски хочется это снять красиво. Чтобы снять красиво порно, а там есть постельные сцены, и достаточно откровенные, мы их снимали, но мы все это сняли очень клипово, понятно, там ничего не видно. Дело не в том, что я хочу, чтобы было видно. Дело в том, что хочется все-таки снять это, ну, честнее. А чтобы снять это честнее, это должно быть дороже, потому что постельные сцены – это очень дорогая вещь, если их снимать красиво. Поэтому я У меня сейчас небольшой когнитивный диссонанс. Хочется снять порно честнее. Окей. Ну а как? Ну то есть это же порно, это же художественная версия, это же не порно как порно. То есть и там история не про порно, там просто история про то, что сегодня, вы знаете, в России очень тяжело мириться с несколькими вещами. С вот этим классическим американским diversity, с пониманием того, что люди имеют право быть другими. Мы по-прежнему людям так и не дали это право быть другими. Мы очень хотим всех как-то классифицировать, систематизировать, как в Советском Союзе. И,
навешать ярлыки. Но этого делать уже не стоит, потому что мир изменился и принципиально изменился. И да, у вас могут быть знакомые, которые работают в порно-бизнесе. И да, если они работают в порно-бизнесе, они не подлецы и негодяи. И не факт, что они хуже вас. Может быть, вы хуже них, будучи топ-менеджером в большой компании. И это как раз про эмпатию. Это же кино про отношения. И Аглая очень хороша, правда очень хороша. Мы многих известных актрис пробовали на эту роль, но она просто, ну, она мне вообще очень нравится, но в этой роли прям она блестящая. Так, хорошо. Кто платит? Вы? А медиатека. Она заплатила, вот я рассказываю, она заплатила 1 000 000 за пилот. И сейчас, честно говоря, я пришла и сказала, что мне нужно на эпизод 4 миллиона, 4-5. И тогда это прям будет, ну, это будет очень хорошо. И они согласились? Они ищут рекламодателей, спонсоров. Хотя я честно предложила выкупить. Я сказала, что я не, без проблем, я выкуплю за 1 000 000 и тогда профинансирую все сама. Но они, так как очень хороший материал, и с ним не хотят расставаться, они мне сказали, что нет, давай мы найдем лучше спонсоров и сделаем это вместе. У вас еще есть план снять сериал со Стасом Михайловым в роли самого себя? Метр. В каком стадии это? С этого метра все началось, там уже ансамблевые пробы начинаются. Это был метр, идея метра, но к нам с Давидом Качаровым присоединилась Нателла Крапивина, известная по фильму «Кислота», и все это переделалось под 9 песен. И теперь это про певицу. Там полностью закончен девелопмент, и вот сегодня мы уже обсуждали кастинг. Мы начинаем кастинг. Какой бюджет этого стоит, этой истории? Ну, вообще, такой фильм стоит от 100 до 150 миллионов рублей. То есть ты собираешь, ну, скажем так, полный девелопмент. То есть что значит полный девелопмент? Ну, это просто полноформатный фильм, который будет прокатывать где-то. Да, 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 это абсолютно прокатная история. Вы смотрели «Vox Lux»? С Натали Портман. Посмотрите, пожалуйста. Будет что посмотреть. Да, это очень интересная история. И сейчас все хотят сделать такое музыкальное кино, но в нашей стране мало музыкальных продюсеров, кто может рискнуть сделать музыкальное кино. Наверное, Нателла один из немногих, потому что она сегодня продюсер артистки номер один Светланы Лободы, и поэтому вот у нее есть очень хороший такой нюх, чутье, потому что в фильме будет 9 песен. И условно из того музыкального материала, который уже ей куплен, я могу вам сказать, что ну, точно хиты будут, и такое будет незаурядное явление, потому что никто такой музыкальный фильм вот с таким количеством современной музыки, треков, которые потом отдельно могут выйти пластинкой, такой еще никто не делал. Хорошо, кто финансирует это все? Девелопмент мы сами, на свои деньги, конечно. Но тут цены ни для кого не секрет, все прекрасно знают, что нормальный девелопмент. Это, Лен, классическая схема. Ты оплачиваешь девелопмент, там, условно, 3-5 миллионов рублей, mm-hmm. так как там у нас несколько партнеров, ну, точно можем себе позволить. А дальше люди идут разными путями. Они ищут инвесторов, они ищут спонсоров, они идут в Минкульт. То есть способы в 1 000 000, как это сделать. Но я считаю, что люди идут в Минкульт, конечно. Знаете, не знаю даже.